командир 1-го батальона полка, Азов Олег Мудрак, умер, у него остановилось сердце. Как известно, боец отбыл полгода в плену в России. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил в Инстаграм его племянник Даниил Мудрак. Мудрак Олег Васильевич, майор, герой, стальной человек, мой дядя, мой брат, моя опора, моя гордость, мой маяк и пример характера. Я уверен, что в свою дорогу он отправился не боясь, в сопровождении невероятно красивых валькирий, и в тот же день попал в тот зал, где увидел своих друзей, ожидавших его со всеми почестями. До встречи, родной. Сухарь, на щите, отметил он. Племянник не сообщил об обстоятельствах смерти Мудрака. Однако жена командира Азова Редиса Екатерина Прокопенко сообщила в Инстаграм, что у бойца после всех выпавших на него испытаний не выдержало сердце. У военного, который прошел ад, остановилось сердце. Последствия плена и пыток. Не хочу думать о том, что нас ожидает впереди, но мы обязательно отомстим, подчеркнула она. Подпишись на наш канал, чтобы быть в курсе всех событий. Спасибо за просмотр.